Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed Odyssey. Так, нам нужно дестабилизировать регион. Ой, у нас что, пришвартовать? Ага. Да ладно. Ты сюда приперся. Да отстань. Окей, квестики все собрали. Отстань, говорю. Иди займись чем-нибудь полезным. Без таблички не возвращайся. Да, Полимар. Потерял что-то? Нет, украли. Стентер сказал, что тебя беспокоят лазутчики. Уж лучше лазутчик Афин, чем спартанец-предатель. Его нужно найти. Он унес с собой важные сведения. Где твой лазутчик? Он еще в лагере? Знал бы, сам справился. Вряд ли он еще здесь. Но уйти далеко он не мог. Стражник успел его ранить. Это не по-спартански. Разве спартанец решился бы на такое? Возможно, он самозванец. Кто-то же портит наши припасы. К тому же наемников в Мегариде как грязи. Да и кто бы стал предавать Спарту? Да-да. Я найду его и твою табличку. Куда он отправился? Ты не видел, куда он пошел? Говорят, в сторону холма. Там легче скрыться от преследователей. Дашь еще какой-нибудь совет? Здесь идут жаркие бои, но Спарта выигрывает. Мы оттесняем афинян, но из-за войны леса и горы стали прибежищем разбойников и наемников. Нет, насчет того, где искать лазутчика. Он ранен, а в лесу неподалеку есть ручей. На его месте я бы пошел туда. Угу. Скоро я вернусь с табличкой. В горах и лесах Мегариды опасно. А у него должны быть пособники. Я без труда разберусь с лазутчиком. Прощай. Да. Так, он где-то к югу от крепости Герания. Должно быть, он на горе Герания, где-то в центральной части. Где-то здесь... Пойдем проверим. На тебе. Давай. За спиной поглядывай. Крепость Гера... А, вот, крепость Герания мы нашли. Значит, где у нас юг? Саус. Это вор! Окей. А кто у них украл деньги? Там у нас что? Вот что я искал. А, финская сокровищница. Давайте распутаем, что ли. О, мой ястреб там на козлов, походу, охотится. Чё, вовремя. Что? Что тебе нужно? И кто ты?
Я тот, кто заберет у тебя табличку. Зачем ты украл табличку? Мне заплатили. Кто? Один наемник. Герканес, ясно? Дал мне спартанскую форму и сказал, что делать. Пустяки. Хм. Как ты пробрался в лагерь? Спартанцы слишком уверены в своих. Их ослепила гордыня. Глупцы. Ну, тут я с тобой согласен. Отдай мне табличку, или я не уйду. В этой войне нет победителей, но есть возможности. Не хочешь попробовать договориться? Ну, давай, я дам тебе выбор. Дай табличку, или я убью тебя. У меня нет сил. Вот, возьми ее. Нужно вернуть табличку командиру. Что у тебя? Отстань от меня. Видишь, у нас тут с друзьями разборки. Вообще, че он пришел опять? Хе-хе-хе-хе-хе. Окей. А, тут еще один. Сам такой. Купи себе лошадь. Дурень. Ой, это второй мой, да? Да, это второй мой преследователь. Убедитесь, что спартанцы на месте. Или будь под грани. Ну, что все спали. Ну же, найти негодяя. Опять? Ты опять с ним болтаешь? Ну, ты нашел предателя? Не беспокойся о предателях. Он был лазутчиком и работал на Герканеса. Герканес. Который раз я слышу это имя? Должно быть, он уже купается в золоте афинян. Табличка у тебя? Так. Угу. У нас еще здесь урезанный рацион. Афиняне? Здесь? Си-си-си. По-моему, их сагрили. Так, а что у меня с левелом? О, почти. Кстати, знаете что? Я хочу пройти через кузницу. Кузнец и посмотреть, меняется ли цена апгрейда шмотки из-за левела. Сам такой. Ух ты, ух ты. А чё, здесь афиняне что ли, да? Что, случайно залез в их лагерь? Окей. Когда-нибудь ты
Да ладно, я там просто вообще поджегся, сам сгорать начал. Чего вы орете? Колонна Диониса. Ребята, еще и эти прям из лагеря прибежали за мной, что ли, три. Так, вы-то хоть со мной не деретесь? Ну что, поехали. Тише. Если что, обращайся. Так, вот смотрим. Например, кожаная куртка. Улучшить. 74. Так, 74 кожи, 748. Приходи еще. 74, 748. Довольно-таки легко запарнить. Это у нас насчет кожанки. Вот после того, как сейчас миссию выполним, наверное, левелапнусь и посмотрим, если она меняется. Похоже, лазучий стендер. И у них... Что тут случилось? Какое тебе дело, Мистий? Быть может, ты что-то знаешь? Тогда ты был бы уже мертв. Ха. Но тебе повезло. Я такой зыркой-зыркой маской. Меня прислал стендер. Ты от Стентера? Спарта не подчинила Мегариду. Пока. Я могу свободно передвигаться по региону, а спартанцы нет. Мы не ожидали от Афинин такой стойкости, но они все равно падут. Перед Спартой, да, я уже знаю. Но пока этот славный день не настал, нужно понять, что случилось. У тебя есть идеи? Пока нет, но будут. Взгляну поближе и выясню, что случилось. Опытных солдат перебили. Всех до одного. Разбойники бы не справились. Припасы пропали. Убийцы рядом. Они не взяли повозки. Похоже, они пошли сюда, в лес. Здесь больше ничего не найти. Нужно вернуться. Афини не постарались? Я нашел осколки кристалла. Разбойники. Из-за войны они осмелели, а в горах полно пещер. Афинине вместе с припасами забрали бы и повозки. А разбойники не одолели бы умелых спартанцев. К чему ты клонишь? Не знаю. Тот, кто это сделал, ушел в лес. Сначала поищу там. Такс. А, на главной дороге кристалла из захваченного леса. Ну, поищу там, в смысле, просто иду туда. Усадьба. Вот они. Где-то что, внизу, что ли? Ugh!
Не, ну песики, вы сами первые начали. Где-то рядом готовят еду. Ты что, хавать хочешь, что ли? Можно принять участие в вашем собрании. Что? Что ты? Прошу, уходи! Это они воинов замочили? Что-то сомнительно. Спартанцы ошиблись? Что? Нет, нет, ты не понимаешь! А, тише, женщина, что ты кричишь? Все предельно ясно. Прошу, позволь мне все объяснить. Давай. Почему бы мне не убить вас и не вернуть припасы? Умоляю, я расскажу тебе все, что захочешь. Ради чего вы рисковали? Объяснитесь. Не стоило вам злить спартанцев. Нет, мы не крали. Это наша еда. Наш урожай. Они забрали ее всю. Дети голодают. И вы решили убить воров? Хороший пример для детей. Убить? Нет. Прошу, мы никого не убивали! Мисти сказал нам, где найти еду. Солдаты уже были мертвы. Кто? Более жалких воров я не видел. О, боги, нет! Мы жители Мегары. Прошу, пощади. Мы и так страдаем из-за войны. Так же, как вы пощадили спартанских солдат? Я... Мы невиновны. Герканос велел нам забрать еду. Опять Герканос. Герканос? Да, он наемник. Он сказал, что добудет еду, что афиняне никогда бы не позволили своим людям голодать. Хватит. Я не разговаривать пришел. Время споров прошло. Я ищу виновников преступления. Миром. Отойдите. Я не хочу вас убивать. Я должен вернуть припасы спартанцам. Ты сделаешь это только через мой труп. Не надо так. Возьмите часть еды. Я скажу, что вы мертвы, и верну то, что останется. Они будут довольны. Но еда, что будет с нашими семьями? Если вы умрете, им не станет легче. Прислушайтесь и больше не воруйте. В следующий раз за вами приду не я. Да, Мистий. Спасибо. Скорей, берите, что можете, и ступайте. Ну! Хорошо, они не стали драться. Я не в настроении убивать голодающих. Где-то под землей же. Давай, давай. Блин, я хочу залезть на Мегара, столица. Вышку. А, Мегара. Человек наверняка здесь. Кто? А. Кстати, почему я не выучился? Наемники. Мефодий навозная куча. Так себе прозвище, если честно.
Выстрел хищника. О, 380%. Давай. Ну, давай. Да что вы творите? Ты нашел виновных? Я нашел ваши припасы и голодных мигарцев. И? Вы лишили их еды. Бросили голодать. Припасы необходимы нам, чтобы освободить Мегару от афинин. Голодные мигарцы вам больше не страшны. Но есть кое-кто еще. Слышал о наемнике по имени Гирканос. Гирканос. Да, ходят слухи, что он работает на Афины. Все это сделал он. Уже дважды светанулся. Наемник настойчивый, должен признать. Ты справился, но для защитника Спарты есть еще задание. Защитник Спарт? Что вы задумали? Я что, подписывался на защитника Спарты? Продажные шавки не посмеют мешать планам Спарты. Если вы такого мнения о наемниках, зачем вам я? Прости, этот человек Гирканос как заноза в пятке. Он угроза для всех спартанцев. Прошу, помоги нам. Ну ладно. Хорошо, если он так опасен, награда должна быть достойной. О да. Представь, сколько Афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Пожалуй, ты прав. Знаешь, где его искать? Он может быть где угодно, но, скорее всего, недалеко от Афинин. Мы отправили дозорных, но они не вернулись, а у нас сейчас каждый воин на счету. Иногда наемник может быть полезней. Пара-пара-парам. Гирканос. Тихо, тихо. Не ругайтесь. Что-нибудь показать? Да, покажи мне, сколько сейчас броников для улучшения выходит у меня. 114 и 1150. Да. Не, я хочу улучшить жнец времени. Да, я хочу улучшить свой фиолетовый клинок. Окей. Куртку хватит? Не, у меня денег нет. А на что хватит? 886. Нет. Давай тогда шлемак. Хоть что-то. Че, пошел зарабатывать деньги. Давай. Работаю такой весь, работаю. А денег-то как не было, так и нет. Так. Ромбик. Принц Персии. Труха и пепел. Это на той стороне уже. А чё, охота на лазутчиков? Что с тобой не так? Сейчас опять эти будут, да? Наемники. Что-то здесь кружат и кружат, вон хулиганы. Здорово, на тебе, чтобы не расслаблял булки. Угу, угу.
Привет. Я видел твое объявление. Что стряслось? Лазутчики из города шныряют по полям и свозят припасы. Думаю, они хотят разбить тут лагерь. Тебе не по душе война? Здесь всегда война. В городе кому-то есть до нее дело. А я просто хочу есть. Пусть себе воюют. Только не в моих охотничьих угодьях. Нужно расправиться с лазутчиками. Угу. И запасы продовольствия надо уничтожить. Покончи с этим. Возьмешься? Конечно. Положись на меня. Хорошо, поспеши. Можешь предоставить это мне. Обожаю, когда на меня давят. А где лошадь? Блин, так что лупасить, так что ли лупасить придется? Не стоит здесь оставаться. Иди отсюда. Такс. И как это сделать? Кувшинов, ничего. Отлично. Время награды. Я бы еще, наверное, долго думал бы. А что тут у нас 160 метров? Эйла.
Давай! Ну чего ты тормозишь-то, лошадь? Быстро ты? Они уничтожены? Да. Привести все в порядок будет непросто. Ты мне очень помог, Мистий. Возьми в благодарность. Спасибо. 232. Ну ладно. Так, давайте на этом серию мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.